Всем привет, с вами снова Лакмус. Я продолжаю играть в GTA 5 за Тревора. Выбор Франклина и Майкла сейчас недоступен. И сегодня мы начнем серию с гонки. Очередной. На сей раз, видимо, на джипах. Какой-то серпантин. Я надеюсь, что джип нам дадут. Да. Где он его взял, правда, непонятно. Ну да ладно. Придираться не будем. Торопиться тоже, собственно, потому что дорога опасная. С нее есть шанс слететь просто в пропасть. Меня не совсем радует, что недоступен выбор других персонажей. Я, честно говоря, не хотел играть пока что за этого Тревора. Но он мне омерзителен, буквально на эмоциональном уровне. Хотя я никогда не был особо, знаете, таким, как бы сказать, моралистом. Но все же это игра, и окунаться уж совсем в такое человеческое дерьмо. Мне этого хватает, друзья, на работе, на самом деле. Подобных персонажей. Гораздо более колоритных, на самом деле. Но мы тем временем вырвались относительно легко в лидеры. Остальные отстали. Хотя я абсолютно, друзья, не торопился. Абсолютно не давил газ в пол. То есть, так. Вот это вот я зазнался. Но ничего, у нас есть фора некоторая. Здесь главное не слететь с трассы. Я понял. Остальная ерунда. И, в общем-то, финиш уже. Ну, как-то вот так. Сколько нам дадут бабла? Отличная золотая медалька. Продолжим без повтора. Так, джип забрали, однако вернули буллет. 500 баксов. А нет, джип тоже не забрали. Ну отлично. Давайте сохранимся, раз такое дело. Да. И посмотрим, что нам доступно еще из заданий. Так, гонку я прошел. Две гонки, собственно говоря, прошел. Есть еще одна, но я думаю, что мы не успеем туда за ночь сгонять. В городе нам делать пока нечего. Мы видим, что наше задание расположено. Так, это что? Тату-студия? Ну нет, пока что нет. Задание наше расположено в пригороде. Ну, вот ближайшие у нас китайцы. А это, видимо, за Тревора сюжетное. Давайте к китайцам наведаемся. Единственное, что, конечно, видок... А, доступно? А, ну да, я видел, что доступна новая гонка, но... Давайте-ка попробуем вот эту вот колымагу. Посмотрим, на что она похожа. Друзья, внезапно неплохо. Пожалуй, я пока покатаюсь на этом. Ну и нам предстоит, в общем-то, проделать... Что такое? Что-то Тревор возмущен. Подыхает почему-то, не знаю почему. Вроде бы все у него складывается неплохо. Захват территории, власть идет, я так понимаю, при его там качествах и способностях, мне кажется, это должно быть ему в радость. Кстати, смотрите, церквушка какая-то сельская с погостом. Давайте за рулем, мне что-то любопытно. Миссии, конечно, миссиями, но вот такое вот интересно, просто заехать посмотреть, что к чему. Где здесь заезда, видимо, нет. Давайте-ка посмотрим, можно ли в нее зайти. Так, почему-то... Ага. Вот. Возьмем пока пистолет.
Сарайчик. Недоступен. Вот, вход. Нет, друзья, зайти нельзя. А Тревор наш так хотел зайти, замолить свои прегрешения, покаяться. Everyone welcome, то есть всем добро пожаловать, но нас не пускают, к сожалению. Ну что ж, и кстати, смотрите, предусмотрено, как столбы и провода идут, то есть электричество, видимо, связь. Такие вот мелочи радуют. А мы продолжим прерванный путь. Вот, видимо, здесь что-то типа парковки предусмотрено. Антенна торчит. Я думаю, что это все же антенна. Зачем, только непонятно. Странным образом расположен двигатель сзади. Да, это ведь двигатель. Я ничего не путаю. Как на Запорожце. Если кто помнит, были такие машины раньше. И вот у них двигатель был расположен сзади. Ну, было у них много других. Так, 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 это что? Нужно, видимо, помочь. Нужно другое оружие. Да, однако полиция прибывает. Здесь кому-то нужна была наша помощь. А, захватить деньги. Вот в чем смысл. Я понял. И валим. Валим, друзья. Машину придется эту бросить, потому что она расположена сейчас не лучшим образом. А мы валим, валим, валим. Но нам пробили колесо. Это вот не очень хорошо. И продолжают шмалять. Перекрыли дорогу. Как они думают, 3 звезды у нас. Нам нужно сменить транспорт. Опа, 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 опа. Без колеса, конечно, управляемость нашей машины никакая. Тут вот есть на заправке машина. Давайте-ка мы сделаем. Опа, 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 мертв. Вот это поворот. Позарился на бабки и поплатился жизнью. Не посмотрел я на полоску здоровья нашего персонажа, и внезапно вот такая вот незадача. И, кстати, я даже не посмотрел, сколько денег украл. Надо будет потом на записи глянуть, стоило ли оно вообще трудов. Однако мы оказались гораздо ближе к нашей цели. У нас теперь бабла 114, а было вроде бы 108, если не ошибаюсь. Давайте посмотрим, что у нас с патронами. С патронами все плохо, придется нам походить пока с ружьем. Вообще, конечно, стоит зайти в магазин и затариться. Вот едет какой-то чувак. Блин, он свернул. Кстати, вот неплохая сценка, смотрите-ка. Какой-то местный житель собрался пожарить, видимо, барбекю. Домишко у него такой. Скромно, но со вкусом, смотрите-ка.
Давайте ему подпортим немножко бытовые условия. Вот таким вот образом. Что, не взрывается? Видимо, нет. Жаль. А нам по-прежнему нужна машина. А ну-ка, стой. Так. Отлично. Это в духе нашего персонажа. Смотрите, смотрите, смотрите. Смотрите-ка. Так, у нас одна звезда. Все же нам не простили. Тачка с гольф-клуба. Нам с ним не по пути. На его счастье. Так, это кто такой? Волчара? О, а здесь полиция. Так, здесь нам нужно не затупить. Здоровья у нас немного. На этой колымаге мы от них не уедем, друзья. Давайте-ка спутаем следы немножко. Да, очень плохо. Они почему-то не хотят уезжать с дороги, и это нам на руку, мы можем немножко заныкаться вот здесь. Кстати, нам дали еще одну звезду. Пока что мы можем от них спрятаться. Почему-то они вот Ага, вертолет, по-моему, летит. Или они все же едут за нами? Я вижу там поле зрения машин. Да, они тусуются на дороге. А нам нужно дороги как раз таки избегать. Что там вот еще один едет, я вижу. Да, сегодня такая странная серия будет, видимо, в метаниях. Вот, мы избавились от преследования. Давайте позаимствуем тачку этого чувака. Он вроде бы не против. Отлично. И наконец-то все же поедем на задание. Но перед этим я бы заехал в магазинчик. Здесь вот он рядом, кстати. Ну, не то чтобы по пути, но все же. Кстати, гонка по-прежнему активна, судя по всему. Да, мы, наверное, могли бы на нее даже и заехать, но все же внесем разнообразие и наведем шороху у китайцев. Так, друзья, что-то здесь, видимо, тоже какая-то гонка, судя по всему, на мотоциклах. Отличная машинюшка. По такому бездорожью как раз само то. Не кататься. Прекрасный вид. Кстати говоря, открывается. Так и просится на скриншот. Не забываем про нашу цель. Так, я слышу сирены. Куда-то поехал. Но нас это не касается. В прошлый раз мы уже нарвались. Нам нужно вот сюда. О, преследует кого-то, смотрите. Прикольно. С вертолетом прям. Давайте зайдем. Бронежилет, конечно же, нужен. Покруче. Бабло у нашего персонажа есть. Так, ну и патроны. У него, по идее, выбор оружия должен быть побольше. Но нет, мы видим, что не так уж. Не такое уж разнообразие. Так, вот здесь нам, пожалуй, стоит проапгрейдить магазин. Прицел. Фонарь. Глушитель нет смысла, я думаю, ставить. Так, теперь. Смотрите-ка, у этого урон поболее. Давайте мы его прикупим.
Но здесь, кроме расцветки, поменять мы ничего особо не можем. Так, и вот здесь, пожалуй, тоже стоит проапгрейдить магазин, прицел, глушитель и фонарь. Изрядно потратились. Так, что-то еще вроде бы здесь было. О, смотрите-ка, винтажный пистолет. А что он по сравнению с нашим обычным пистолетом? Урон небольшой. Урон побольше. 3 штуки. Кавалерийский кинжал. Давайте возьмем. Потрошить наших врагов будем. Особый карабин. Нет, особый карабин нам пока не нужен. Молоток зачем-то. Бутылка. Бутылка это, видимо, типа холодного оружия, да? Так, ну и давайте затаримся, кстати, патронами. Я вот про это что-то забыл. У нас нет ни хрена патронов. Побольше возьмем. Так. И здесь тоже побольше патронов. Отлично. Так-то поспокойнее мне. Последнее транспортное средство было конфисковано. Да и хрен с ним. И направляемся наконец-то к этим самым китайцам. Здесь вот, кстати говоря, какая-то самолетная, видимо, миссия. Но мы это дело отложим. Да, это, кстати говоря, видимо, как и в Сан-Андреасе, тоже какой-то заброшенный аэродром. Смотрите, там виднеются запчасти. Это старые самолеты. И чуть ли, да, не взлетная полоса. Ну-ка давайте за рулем посмотреть просто, мне интересно. Ангар. Запчасти что-то мне померещились. Или есть все-таки? Вот стоит самолетик, очевидно. Тот самый, на котором предстоит выполнять задание. Да, по запчасти мне померещились. То есть здесь просто взлетная полоса заброшенная какая-то. И все. Ну, прекрасно. И вертолетная площадка, кстати, тоже есть. В неплохом состоянии. Я надеюсь, что нам по сюжету дадут, как и Сан-Андреасе, возможность приватизировать это все. Так, давайте сохранимся. Все же, потому что могут быть здесь проблемы, как обычно у меня со стрельбой. Возьмем оружие. Пистолет. Так, безоружный. Почему-то вот отключаются клавиши выбора оружия у меня. Очень странная ситуация, друзья. Сейчас немножко нужно пройтись. Может быть. Нет. Не хочет менять оружие. А, вот. Так. Мне кажется, это баг. Вот, обрез. Ну и давайте наведаемся. Посмотрим, что тут от нас хотят. You're still banned. What about these two? Whoever wins gets banned. He's won
ban him. Я победил. I can't ban him. He's my goddamn husband. He's young enough to be your son. Ain't the internet a beautiful thing, honey? Anyway, I saved your husband. Ходу на русский. Now give me a drink. I got a meeting. Okay, but any more bodies turn up in my bar, I swear, I will not serve you. Mr. Phillips. Here he is. Yes, Mr. Chang, pleasure to meet you. No, I am Mr. Chang's humble translator. Mr. Chang now. 我操他妈的，真是玩翻了！You speak Spanish, speak it to each other. Mr. Tao Cheng is pleased to meet your acquaintance. Oh yeah, he seems it. 我说人事，你真是太好了！你有空就加的来份费的我，这真是我人生中最美好的一刻。What the fuck is wrong with him? 就是这个，来！I'm out. No, don't go. Please, I beg you. Машинку забрали, отлично. His father killed me. Why do I give a fuck? You don't. But we hear that Trevor Phillips Corporation is serious business. We pay good price. Things work out, we partner, make big money. I'm rushing. Well, let me show you the operation. Производство. This is us. А ту машинку сесть нам не дадут, да? То есть мы повезем этих китайцев в кузове, опять кто-нибудь вывалится. Ну ладно. Что за шеф еще? Chef, we're just coming down to see the kitchen. You can't get here quick enough. The Aztecas are coming. They think you took out Ortega. They ain't mistaken. Well, get down here and take them out too. Отлично. Назревает новая перестрелка. You sure your boss don't want this crank for his own personal consumption? No, Mr. Chang Sr. is very specific. He wants a good, reliable source of methamphetamine. We will buy from you here and distribute using established networks. I'm worried that might dilute what our operation's all about. We're part of the slow meth movement, bio-regional, locavores only. Mr. Chang Sr. has much money. I wouldn't be the first man to throw morals out the window for a paycheck. 他说什么? 他说他期待 Все, поговорили. Ну, стоило догадаться, что они производят наркоту. Я, в общем-то, был недалек от этого предположения. Trevor, we ain't got long till they get here. Everything in its time, all right. Gentlemen, please, come check out the storage facilities. Go on. Nice, right? Ample room inside. Mr. Chang, please, sir, if you will. Let me out! No. Sir, tour will recommence shortly, gentlemen. Should we get the guns? Yes, chef. Help me! Да у меня вроде есть. Че, зря затарился, что ли? Отлично. Так, кто-то еще там остался. Так. We gotta do something. They're through the gates. Да блин. Да блин, какая-то позиция неудачная. Надо спуститься. Мне не нравится это прятаться здесь за окнами. Так, где? Так, со спины какой-то хер зашел. You're gonna make this personal.
Vagos por vida! Where's the rest of them, eh? Да. Да, вот они и остальные. Несутся. Так, только с другой стороны теперь. Shit, Trevor, find some cover! I'm entertaining, quiet! И до хрена, однако, здесь. Друзья. Так, один подходит. Нельзя подпускать. Now I really am gonna put you out of business. Так, последний остался. Где он? Вон он. Так, к главному входу. Двигаем, двигаем. Да бегом иду. Еще едут. Кстати, мы неплохо затариваемся здесь оружием. А, то есть все, да? I think we have seen quite enough. Кайцо! I'll swing by and sign the contracts, all right? Just ignore the bodies. Hey, Trevor, are we still gonna cook that batch? Fuck yeah! Okay. Отлично. Подробности. Количество трупов 31, то есть кто-то ушел. Металлолом. Непонятно, что такое. Ну и время. Мы, как всегда, не уложились. Так, однако стоит сохраниться все же. Да, новые чеги. Ну и что, давайте наведаемся все же снова в магазин. Поправим бронежилет наш. Так, куда это? Это назад просто нужно проехать. Отлично. Тут ничего нам не дают взять. Пивка, может? Нет, пивка тоже не дают. О, топы. Да, я думаю, переодеться не мешает. Такая курточка в самый раз.
flow. Отлично. Отлично. Ну, друзья, я думаю, что мы уже не успеем что-либо сделать путное, поэтому на этом я, пожалуй, завершу очередной эпизод. Спасибо всем за внимание. Всем пока.